Все, годен к военной службе, да? Печать дополнительных не нужно? А еще, еще, вот можно узнать, что вы там... У меня пациент сидит, я с ним закончу. Нет, просто вы целый... Вы целый комплекс мероприятий провели, да, на одном аппарате, на втором, на третьем, проверили зрение. То есть, а результат мне вообще не сказали. Для какой цели вы проводили его? Ну, мы же на ВВК пришли. Ну, вот что? Он тоже пришел нет, на ВВК, нет, а для я как... тоже все аппараты. Нет, я... один вопрос. Для какой цели вы проводили это все мероприятие? То есть, я сказал, что, что у меня зрение плохое, а мне даже не сказали результат. У вас там нормально, вы единицу начитали. Как по единицу? 100%. Как 100%? Все, у меня 1,25. Близорукий, дальнозоркий. Это ваш вариант нормы. Это не касается... Да какая разница норма? Вы мне должны были выписать, значит... Что вы говорите? Рецепт, чтобы я купил очки для чтения. Что вы говорите? Это не входит в обязанности врача при проведении ВВК. Но вы же мне должны были сказать мой результат, а вы мне ничего не сказали. 100% зрение у вас. Вы знаете, как на баранов печати ставите и все. Вот и все ваша работа. Зачем я платил 24 года налоги, содержал вас и ваш вот этот бордель, я не знаю. Очень замечательно. Всего хорошего. Надеюсь, вас разгонят когда-нибудь отсюда. Выгнать вас надо всех.